28 лет назад Земля была опустошена. Нам, оставшимся в живых, приходилось бороться за существование. А другая половина хотела только одного — убить населения. Вот в каком мире мы живем сейчас. Этот мир больше не заслуживает спасения. Потому что все, что здесь произошло, случилось из-за нас. Но есть надежда. Шанс навсегда покончить с этой заразой. Если мы не сможем этого сделать, то все будет кончено, и зараженные победят. Но я этого не допущу. Я верну все, что они у нас отняли.